Цивилизация арков достигла невероятных технологических высот. Но ни возможности телепортации, ни вечные двигатели, ни мудрая демократия не уберегли планету от катастроф. Почему? Те немногие, кто остался в живых, долгие годы скитались по просторам галактики в поисках Земли обетованной. Проверки враждебности. Приступить! Понял. Что происходит? Атака клонов? Капитан! Уходите! Я их задержу! Капитан приказал вернуться в корабль и задраить люки. Не беспокойтесь, все в порядке. Вступаю в контакт. Отпусти доктора! Это опасно. Зайдите в корабль, задрайте люки.
Константинус, всем, кто меня слышит, не подходите к растениям, это опасно. Зайдите в корабль, задрайте люки. Доктор, капитан Тибус в опасности. Не беспокойтесь, все будет в порядке. Капитан Тибус, следую на базу. Потери личного состава 80%. Планета непригодна для жизни. Конец связи.